Мечтаешь о сильной команде? Покупай монеты на 15-ю и 14-ю FIFA у Крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Привет, дорогие друзья, с вами Локи, это FIFA 15 карьера за Зенит, и у нас матч против Краснодара. Прошлая встреча была очень напряженная с Бешикташем, мы сыграли 2-2, и сейчас давайте посмотрим, что у нас получится с Краснодаром. Играем мы в гостях, поэтому неизвестно, что нас ждет. Абамиянг разминается на предматчевой такой разминочке. Ух, вот это вот шикарный гол, конечно. Перекладина. Ладно, погнали, друзья. Погнали. И началась. Де Брюйне играет на Хави Гарсию. Хави Гарсия с мячом. Анюков. Ну, вот это вот не очень хороший пас. Вицель. Лабарде. Дани. Вицель. В центр на Де Брюйне. Ошибка. Пас до Халка не доходит. Здесь Жоузиньо. Лабарде и против него Анюков. Два раза Анюков пытался сыграть. Дани. Де Брюйне. Хави Гарсия. Изумительный пас на Абамиянга. Надо забивать. Нет, спасает вратарь. И Дикань уже вот первый сейв на 8-й минуте матча. Хави Гарсия очень так элегантно выдал этот мяч. Мамаев. Халк. Не точно. Вицель, хорошо. А здесь положение вне игры. Да. Долго судил, свистел судья, непонятно почему. Может, мне кажется, было свистнуть как-то и пораньше. Дани. Вот теперь хорошо. Абамиянг. Крутит в дальний. Здесь Халк. Ну, наконец-то бразилец забил. Наконец-то он забил. Пускай вот так вот. Абамиянг здесь очень легко ушел. Крутанул в дальний. И Халк успевает первый из-под защитничка на добивание. 1-0. 14-я минута. Вицель проиграл борьбу, но здесь Анюков. Очень опасно. Стелился мяч в дальний угол. Ладыгин вроде как его и доставал, не знаю точно. Смольников, Ломбертс, Вицель. Абамиянг. Де Брюйне. Разрезающий пас на Мигеля Дани. Не пустили его к мячу. Ломбертс, Гарсия, Де Брюйне. Чуть бы, может, побыстрее бы, сразу в одно касание. Ну, а может, не совсем удобно, просто этот мяч летел к Де Брюйне, и здесь уже Халк сгораем. Халк в центр. Хави Гарсия играл на Абамиянга. Де Брюйне. Халк с мячом. Аут в пользу нашей команды. Уронили Халка, но судья молчит.
Ломберцу неплохо было бы вернуться, но посмотрите, он выцарапывает мяч, Халк подхватывает, несется к штрафной соперника. Удар Халка и не попадает. А Ломберт, смотрите, отборолся до последнего на линии. 29-я минута. Уже 30-я пошла. Счет 0-1. В гостях пока выигрываем благодаря голу Халка. Де Брюйне, Халк. Увидел Дани. Дани с мячом. Крутит, но не очень сильно. Хави Гарсия преследует своего абонента, так скажем. Ломберц, хорошо. Эх, у Халка не получилось сыграть быстро на Абамиянга. Здесь накрутили Смольникова, Ари с мячом, против него Гарай. Не повелся Гарай на финты. Все того же Ари. Здесь Халк успевает. Нет, немножко. Удар по воротам. Ладыгин контролировал. Удар от ворот. Ладыгин, Гарай. Ломберц. Вицель. Играет на Халка. Халк. Халк здесь очень жестко дал по ногам сопернику после потери мяча. Ну, как пяточкой разыграно. Лабарде. Офсайд. Офсайд фиксирует судья, и этот гол не засчитан. Вицель. Привозит Вицель к нашей штрафной, очень опасную атаку. И Ладыгин спасает. Да, под конец первого тайма поджали нас краснодарцы, и все из-за своих же ошибок. Ладыгин, хорошо. Играет быстро на Халка. Халк. Де Брюйне. Как же так все проскочили-то? Козинский. И против него Вицель. Подача в штрафную. Арии. Парашютик. Что еще, угловой? Значит, все-таки защитник спас. 4 минуты добавлено к первому тайму. Вот это гол, вот это розыгрыш. На ближнюю штангу. Был подан угловой, и Ари опережает всех. Посмотрим повтор. Самую притирочку. Очень красивый гол. Де Брюйне. Де Брюйне пошел сам. И, друзья, перерыв. Перерыв, счет 1-1. Пока что... Владимир Быстров появляется. Бывший игрок питерской команды. И Краснодар тут же пошел в атаку. Ломберц, Ломберц, что ж вы в такой простой ситуации ошибаетесь снова угловой? Вот теперь нужно быть повнимательней. Анюков выиграл мяч. Де Брюйне и Вицель. Де Брюйне хорошо подхватывает. Нет, офсайд. Ну же, пока не выходит у нас хороший пас. Раздосадован Де Брюйне, потому что перспективной могла быть эта атака.
Пас вперед. Ох, какой хороший перевод на Жаузиньо. И в последний момент кто-то из нашей защиты успевает мяч протолкнуть. Де Брюйне. Увидел он забегающего Мигеля Дани, но пас до него не дошел. А Краснодар продолжает активничать. Вицель. Дани, Де Брюйне. Абамиянг. Ну, долго. Все это было. Надеюсь, Де Брюйне нарушил правила. Вицель пошел встречать. Здесь уже и Халк. Хорошо, Халк. Дани. Входит Мигель в штрафную. Хави Гарсия. Плотненький удар. Накрыли. Ари. И против него Ломбертс. Ари успевает сделать пас. Пошел перевод на Жаузиньо. Хорошо. Дани. Пытался найти он этим пасом Абамиянга. И снова Краснодар. Да посмотрите как. И Быстров с мячом. Жаузиньо. Пошел Смольников его прессинговать. Халк. И Ладыгин. Можно туда быстрее. Дани один. Абамиянг. Успевает защитник разгадать маневр Абамиянга. Краснодар-то, смотрите-ка, тоже не отсиживается в обороне. Потеря, Газинский. Удар поворотом, 2-1. К этому все шло, друзья. Надо делать замены. Янузай вместо Дани. Рандон вместо... Давайте вместо Халка. Случайно вместо Дебрюйне. Ладно, вот так вот тогда. И пока что две замены. Абамиянг. Янузай. Сильно, но... Ну, первое касание. Нужно еще войти в игру. Есть еще у нас немножко времени. Измайлов появился у Краснодара. А Халк нарушает правила. Порой иногда мне кажется, что Зенит FIFA играет по тому же настроению, что и в жизни. Когда игра удается в жизни, то и в игре Зенит играет довольно-таки неплохо. Ну вот здесь, ну как надо было проскочить? Вицель, Халк. Халк идет сам. Есть у него скорость. Пас, конечно, получился никудышным. 10 минут остается играть. Быстров и Абамиянг. Быстров против него Ломбертс. Помогает Смольников. Аут в пользу Краснодара.
Рандон. Ух как. Ну что, Рандон, надо забивать. Нет, офсайд. Ох ты ж. Вот этот быстрый гол как-то нас совсем в игру не ввел. Хави Гарси, очень много брака. Янузай. Против него Измайлов. Измайлов пытался накрутить. Газинский. Краснодар дает бой. 90-я минута. Абамиянг. И Смольников на фланге. Рандон выигрывает мяч. Нет, за такое судья пенальти не поставит. Сильно вперед. И все, друзья, финальный свисток. Проигрываем мы Краснодару. Только непонятно, почему наши футболисты радуются, а футболисты Краснодара раздосадованы. Видимо, разные у них какие-то понятия в этом плане. Так, смотрим. Мы по-прежнему на первом месте. У нас полное выздоровление. Приближается заявка сборной. Доминика Кришта наконец-таки выздоровел. Давайте вернем его в состав. Да, у нас защита просто раздосадована. Янузай раздосадованный. Где у нас Доминика? Вот. Ну что ж, друзья. Я думаю, мы увидимся в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, оставляйте приятные комментарии. С вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.